Мероприятия, приуроченные к Дню города, начались с самого утра. В парке Опаренки состоялся благотворительный забег, собранные средства от которого пошли в поддержку общества инвалидов. Популяризировать данный вид спорта, бег, который не требует никаких больших вложений, бегом могут заниматься абсолютно все. Вот. Так как День города, это очень прекрасный повод провести этот праздник с пользой для здоровья. Бегуны-любители начали праздничное утро с заряда хорошего настроения. Здесь прошли семейные, корпоративные старты и забеги в личном зачете. Победители соревнований получили памятные медали. А для города это очень круто, что собирается столько спортсменов в одном месте. Я бы проводила такие мероприятия почаще. Отметить День города, поддержать это мероприятие, ну и, соответственно, получить заряд бодрости. Хочется пожелать процветания нашему городу и добрых, побольше активных людей, побольше таких праздников, чтобы все были активны, заряжены и все во благо нашего прекрасного города. А на центральной площадке у кинотеатра «Искра» проходила торжественная часть праздника по случаю 58-й годовщины со дня основания города. Сейчас Ленинский округ – это очень динамично развивающаяся территория, на которой каждый день практически происходит что-то позитивное, что-то интересное. И традиционно сегодня мы будем отмечать, чествовать тех, кто своим ежедневным трудом вкладывает силы для того, чтобы город цвел, расцветал и становился лучше. Я от имени Совета депутатов Ленинского городского округа сегодня хочу пожелать всем нам, конечно, мирного неба над головой, крепкого всем здоровья, добра, благополучия всем вам и вашим семьям. Во время официальной церемонии были награждены лауреаты премии Ленинского городского округа. Также традиционно было названо имя нового почетного жителя муниципалитета. Им стала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. В течение 21 года я возглавляю это учреждение, чем горда, горда своим коллективом и тем, что делается в стенах нашего учреждения. После торжественной части на площади у кинотеатра начался концерт с участием творческих коллективов и исполнителей округа. А рядом со сценой сотрудники библиотеки проводили мастер-классы, в которых могли принять участие все желающие. У нас мастер-класс «Вертушка». Ну, сейчас такая погода, у нас сегодня день города, и немножко ветрено. Как раз «Вертушка», мне кажется, классный подарок ребятам, ну, чтобы позабавиться, чтобы поиграть. Гости праздника остались довольны, поздравляли друг друга и желали любимому городу развития и процветания. Я чувствую праздничное настроение и хороший настрой на этот день. Поздравляю всех жителей города Видное с праздником. Дмитрий, книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.